торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Спортивный Олимп 2018. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые участники открытого окружного конкурса профессионального мастерства «Спортивный Олимп 2018». Кто приглашается? Заместитель директора Департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа Никандров Алексей Олегович. Награждается дипломом первой степени муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Буровская районная специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Авангард», город Таркасале. Награду получает исполняющий обязанности начальника управления Тимченко Игорь Николаевич. Сегодня стал для тебя.
Владимир Васильевич. Вот они, верные, преданные, уверенные в победе своего тренера, воспитанники, друзья! Уважаемые номинанты, уважаемые призеры, просим вас встать в центр зала для того, чтобы сделать это замечательное фото на память. А чтобы фотография была яркая, красивая, мы дарим аплодисменты нашим номинатам. Громче, 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 друзья! Браво!
еще раз поаплодируем нашим участникам, пригласим их в центр зала для того, чтобы еще раз увидеть этих профессиональных, талантливых людей, чей опыт, жизненная энергия сегодня на протяжении этих двух дней была доказана в нашем городе. Это первооткрыватель, ведь этот конкурс первый, друзья. Им наши аплодисменты! Наш конкурс завершен, и мы не прощаемся с вами. Говорим до новых, добрых встреч! Праздника! Спортивный олимп 2018.